Всем привет, уважаемые наши подписчики! Как и обычно, восьмой сезон сериала «Склифосовский» состоял из 16 серий. И еще до выхода этих серий стало известно о том, что девятый сезон начали снимать еще в начале декабря 2020 года. Олег Брагин, которого играет Максим Аверин, высококвалифицированный хирург с большим опытом работы и способностью принимать молниеносные решения, когда от этого зависит жизнь человека. У него есть две дочери. Из него трудно искоренить природное обаяние, которое долгое время помогало ему находиться в любовниках. И, наверное, благодаря этому типажу и типажу Марии Куликовой данный сериал полюбился миллионам зрителей. И вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода 9 сезона, а именно 17 серии, продолжение столь увлекательной истории про докторов. Итак, нам уже известно, что сериал официально продлили. Но возникает вопрос, когда состоится дата выхода «Склифосовский» 9 сезона? А состоится оно в середине января 2022 года. А чтобы не упустить какие-либо детали и новости про данный сериал, подписывайся на наш канал.